Всем привет, друзья! С вами Бананчик. Я приветствую вас всех на своем канале. Я продолжаю выживать в Westland Survival. Кстати, я сегодня, я приготовился идти на... Сейчас я найду свои ресурсы. Идти сегодня на старый город. Да, я сегодня буду полностью его зачищать. Правда, у меня... аптечек маловато взято, но я возьму шприц, собачью эту штуку, лук, сделал кувалду. Я на рейде нашел вот эти бревна, сейчас, подождите, вот это, кленовые бревнышки 4 я нашел, я их взял. Ну, вы, наверное, заметили, что у меня вот тут вообще, у меня нет места даже, куда все складывать. Вы посмотрите, у меня вообще полностью все забито, каждый сундук. Кстати, да, также я еще... поставил делаться патроном. Блин, патроны очень медленно делаются. Я где-то поставил, они 6 часов. Ну, где-то утром я, короче, сегодня закончил играть. Ночью я прошел 3 рейда. Извиняюсь, у меня кашель. Горло заколебало уже. Вот. И вот только еще один сделался. Или второй делается. А, второй делается, точно, второй, это же, ладно. У меня калаш как бы уже заправлен, у меня 100 патронов есть. Давайте приоденемся, так, опять не туда запихался. А еще нам надо намыться, блин. Так, давайте я старую одежку. Ути, ничего не видно. Утё, ничего себе. У тапочки и вот это. Так, тапочки, ну это я оставлю на... старые вещи будем ходить. Вы посмотрите, какая булава. Ё-моё. Смотри. Воу. Я чувствую, что... Да иди ты, вонючка. Вот тут-то. Да, постараемся себе взять белого волка сегодня. Так. Сейчас мы сходим помоемся. Надо еще старую одежку куда-то выкинуть. Я приготовился вообще на изи, чтобы сходить в этот старый город. У меня кольт 3 звездочки, атака по 38, 80 патронов, и калаш у меня 61 на 63 и 100 патронов заряженность. Также я возьму булаву и возьму с собой лук. Ну и тут так. По чуть-чуть всего, понемножку. Так, чтобы нам покушать такого... Кстати, я сделал вот эту фишку, чтобы теперь можно было вялить мясо. Это мясо, интересно, сколько дает? Вкус и питание можно сохранять долго. Голод 25. Ну-ка, я сейчас хочу сравнить. Мой же челик не будет помирать ведь, да, из-за этого? Ну-ка, 35 голод. Голод 25, жажда минус. А, тут минус жажда. Ну, потому что рыба сухая. Жизни 20. И тут жизни 20. Ну тут голод 35. Кормушка 200 и это 200. Блин, сухое мясо, короче, ну, не скажу, что хорошо, но она хуже, чем вот это. Да, ну просто, ребят, у меня очень много мяса этого сырого. Вообще полным-полно. Мне все равно некуда его девать. Конечно, я с собой его тогда не буду брать. Я-то ожидал, что все по-другому будет. Но, увы, не так. Так, надо было взять еще мясо и... Ой, нет, не так. Наоборот. Пошлите, помоемся тогда сейчас. Все, я намылся. Так, теперь надо бы попить водички. Сколько у нас там жажда? Ой, практически на нулях. Давайте попьем сразу водички. Надо было бы еще поесть. Блин. Ладно, ничего. Так, вот эти двери нестандартно открываются. Обе в одну сторону, и в итоге я застрял между ними. Так, давайте я поем. Сколько влезет? Ну-ка. Минус вода, да? Так, пьем водичку. Все, я стабильно полностью поел, попил. Приготовился. Так, ткань сейчас, ребята, мы сейчас пойдем. Сейчас, подождите немножко. Так, делаем мы аптечки. Бляха-муха, не туда залез. Вот это мы делаем. Хоп. 5 штыкенцы есть. Окей. Ну, блин, маловато, ребят. У меня мало вот этих. Я ничего не могу поделать. Вон, у меня мясо чуть не в каждой этой фигне находится. Вообще, у меня мясо полным-полно.
Ну а чё, пускай сохнет тогда. Ничего страшного от этого не будет. И сходим также после этого, если успеем, конечно, ребят, сходим тогда на один рейд. У меня там, по-моему, есть загрузка одного рейда. Так, чё ищу? А, да, я ищу тряпки. Нет, у меня, наверное, тряпок больше нету таких, чтобы сделать бинты. Видите, у меня очень много барахла и... Блин, все забито. Нет, ребята, у меня такого нету больше. Тогда чё, я готов. Лук, молот, калаш и пистолет. А чё у меня кости тут делают? Нифига себе. Ну, ничего себе. Так, давайте вот так вот лучше сделаем. Все, поехали. Все, мы идем в старый город, ребята. Бегом. Я тут уже был. Да, я был. Я руль тут забрал. Как бы мне нужен был руль. Так, на shift я присаживаюсь. Поперли потихонечку. Мне нельзя нам туда. Эй, мужик, давай сюда. Мужик, иди к нам. Блин, ребят, он уходит туда. Их там очень много, так. Ну, хотя он ну, как черепашка. Ну-ка, гав-гав. Нет, стой. Это кто такой? Блин, 160. Ну, о! Я тяпал ему чуть-чуть. Давай, вольни его. Молодец, солнышко. А что это было? А, да-да-да, я же еще выполняю. Ну-ка, давай, кусай его за яйца. Молодец, давай еще разок. Молодец. До укуса можно, бах. Вольнул. Мани, молодец. Тихо-тихо, ты что мою собаку бьешь, утырок? На нафиг, по щам, чучело. Давай, вали его. Не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, я не успеваю просто нажимать. Давай. Молодец, мой шавочка. Так, давай мы тебе дадим костому. Костому я тебе дам. Да, я костей ему взял, чтобы было все на изи. А, ё-мо, я все не сажусь ни на ту кнопочку. Так, что у нас тут есть? Есть зомбик. Зомбик, давай, шуруй ко мне. Зомбик, зомбик, зомбик. К ноге, к ноге. Фас. Ой, ты моя радость, ты моя. Вот это что за красная точечка там торчит? Я понял. Все, да, я въехал. Ничего страшного. Давайте тихонечко подходим. Ага. Я вот что не хочу? Я не хочу на рожон туда лезть. Ну, зачем мне туда лезть на рожон? Да, будем потихонечку их привлекать к себе. И собака, пускай она хават их. Давай. Кусь-кусь. Молодец. Отдыхай, кусь-кусь. Так, кто там к нам идет? Эй, чувак, ну ты чё? Где ты там? Ой, бляха-муха, смотрите, я чё, маленько напугался. Вот так вот. Сколодись, куколка. Так, ребят, я давайте не буду засирать пока что инвентарь. Так, кто там идет? Давай, иди сюда. Вот, иди, иди, давай, иди. Ну! Фас! На-на! Какие-то они резиновые сегодня. Так, еще один. Давай, иди там в желтый. Это стоит, по-моему, желтый этот, как сантехник или как его там называют. Ой-ой-ой. Желтый пирожок бежит. Ладно. Давай, гав-гав. Минусанул. Ребят, они что-то какие-то резиновые сегодня вообще. Так. Там толстяк стоит. Давайте мы, наверное, его немножко... Блин. Ладно, иди давай сюда. Тихо, тихо. Ой, вот это нехорошо. Конечно, это нехорошо. Ну, что делать? Надо с пистолета вырубать. А так он меня сейчас вырубит. Все, отвали. Собака, ты что так не вовремя это жрать захотела, да? Гав-гав, блин, черт. Чучело, блин, мяучело. Так, дом. Дом мы потом облутаем. Давайте сначала территорию зачистим немножко. Сейчас к толстяку подойдем. Возьмем вот эту биту. Как долбанем. Кстати, а мой чел как бегает? А нормально бегает. Я думал, медленно будет бегать, но нет. Нет, ребятки, нет. Медленно мы бегать не будем. Собака, ты заколебала туда бежать. А, так это... Ой-ой-ой, беги, беги, чувак, беги. Жирный, жирный, жирный.
Будем потихонечку тогда его. Чё? Кувалдой неплохо снесли. Я, правда, не заметил, сколько я снес. Ребят, напишите в комментариях, сколько я снес кувалдой. Одной кувалдой. Так. Давайте обежим. Ну, патроны я не буду тратить. Все. Фу, блин. Давай, солнышко, кусай их. Молодец. А что это такое? А это типа собака отравлена. Не надо, чтобы собака отравлена была. Подожди. Блин, 107. Это сколько мне надо тут его покормить-то? Ну, давайте покормим. Ну, этого хватило. 227. И, наверное, штучки две таких, да? Да. Все. Ну, ты толстяжопый. Блин, я же не хотел инвентарь. А, ребят, есть тут один маленький косяк. Если вы не соберете или с этого толстяка, или там еще один толстяк есть, другой, не соберете ресурс, даже я в некоторых толстяках вообще не могу собрать ресурс, а у меня-то что так мало этих, то вы просто потом не сможете вообще поднять его. Я не знаю, как так получается. А, вон где у меня аптечки. Ребята, у меня 50 аптечек. Вай, а я что-то не заметил этого. Вот это да, вон на Q есть аптечки. Вот это да. Эй, Вася, иди за мной. Иди, иди, валенок ходячий, давай. Барьер. Блин, как они медленно шевелятся. Блин, подожди. Давай, гавкай его. Вот так вот, молодец. А, если бы они быстро шевелились, да, мне бы было бы намного это хуже бы проходить. Так, это какая-то штука. Давайте возьмем гвоздодер тогда обратно. Кувалду мы оставим. Здесь, по-моему, эпическая сила. Собака, ты где? Давай, давай, черепахи. А, там компания черепах. Ну-ка, покусай их. Молодец. Молодец. Возьми с полки пирожок. Протри плику. Положи на место. Ё-моё, ты как меня увидел-то так? Козёл, а? Иди давай сюда. Собака. Фас. А, нет, фиг там. Сколько у него жизни? И мне все кажется, что это, знаете, этот без этого колпака, без барьера на голове. Ну, это самый медленный-то, у которого 40 жизней-то. Все, давай. Молодец, какая у меня собака. Вообще. Так, там быстрые. О, медленного. Вот так потихоньку. Я, ребят, не хочу патроны тратить на них. Ну, просто не хочу торопиться. Давай, вольни его. А ты что за такое? Ё-моё, я думал, знаете что? Я думал, здесь это... Ладно, давайте, бегите уже за мной, идите. Давай, вали, вали, вали его. Молодец. Нет, не ходи к нему. А чё ты туда побежала-то? Чё, собака, ты чё, контужная, что ли? Давай. Это твой. Во, ещё давай кусок. Молодец. И ещё один разок. Всё, отлетел пингвин в каске. Так, ребята. Что там такое? Вот это кто такой? Ещё тоже пингвин в каске. Ясно. А это кто? Медленный. А это быстрый, да? Ладно. Собака, помогай. Выруби его. Фас. Молодец, какая собака. Так, пойдемте, ребят, наверное, мы поругаемся на этого. Во, отлично. Кстати, ребят, знаете, зачем я взял себе калаш с собой? Вот здесь по дороге, если посмотреть на карту, где там красная какая-то точка торчит из другого дома, и вдоль вот этой дороги бегает какой-то зеленый чел. Вот, это, наверное, плевун, скорее всего. Вот-вот мы с ним будем... Точнее, я по нему буду с автомата бомбить. А ты как меня зацепил-то? А чё ты? Вот так вот. Ребят, все сундуки и это все я потом соберу. Не буду я сейчас ничего трогать. Так. Давайте тогда надеваем калаш. Потому что сейчас я пойду этого зеленого грымзу мочить. Ага, подождите. А это что за толпа? А, ребят, так это он и есть.
Точно, это он и есть. Сейчас мы попробуем перебежать. А это кто? Тут еще и волки есть. А че у меня так? Не было ничего. Так, давайте подождем этого мужичка, который здоровенький такой. Зеленый, который бегает. Ребят, я, короче, его убил, извините, не предупредил. Там просто такая толпа ходит, эпическая сила. Давайте этот болтик заберем. Я пока сидел, их, наверное, ну, не знаю, человек там, наверное, 10-15 ходит туда-сюда. Сейчас я вам покажу. Это простой рвотный чувак зеленого цвета. Сейчас я вам покажу. Вон, видите, там на карте сверху? Ну, там, короче, толпа огромная, вообще огромная толпа. Так, куда я пошел? Не в ту сторону. Пойдемте тогда потихонечку будем сливать. Сколько я на рвотного патроны истратил? Ну-ка, 3 патрона. Я, ребята, всего лишь 3 патрона истратил на рвотного чувака. Так, давайте я калаш снимаю тогда. Давайте поедим, наверное, да. Но у меня мало еды. Воды. Есть у нас? Ну-ка, водичка есть? Да, водичка есть. Давайте я водичку с собой тогда возьму. Вот так вот попьем. Хоп. Все, ну и тут еще плюс так воды, еды. Так, и вот надо потихоньку как-то их фармить это. Тут какие-то дома, какие-то вообще огромные дома. Вон их там, видите, как много. Вот мне надо как-то их по одному. Вот, давай, собака, фаскайся. Ну, ладно, давай вырубим вдвоем его. Я не хочу всю толпу. Но это как-то, ну, не очень хочется. О, я всю толпу на себя и зарейдил. Да ну нафиг. Давай. Минусу его. Молодец. Блин, тихо, не ходи туда. Кто это? А, это топорищ. Топорище, но у них жизни очень много. Так, молодец. Кусакай его, кусакай, солнышко, кусакай. Я тебе потом косточку дам, давай. Так, и еще разок. Вали его. Теперь за следующего берись. Тихо. Блин, я не хочу себе броньку ломать, потому что я одну ее скрафтил. Вот. Пускай собака у меня фармит. Костей у меня полным-полно. Так, давай. Знаю, что медленно, ребят. Давай вдвоем сейчас. Все, мы вдвоем рубанули его. Хо-хо! Вот так тебе надо, дрыж. Так, их, ребята, по-моему, там... Ёптереси, ты откуда их нахер так опять стало много-то? Иди сюда. Вырубайся, отдыхай. Ёперсты, да блин, да ну нафиг. Давай, вырубай его тихонечко. Тихо, ты давай это, без меня туда не ходи. Наркотик-зомби. В смысле наркотик? Это типа, что у него топор из башки торчит? Ну, я и без этого знаю. Может, это этот, лесоруб. Во. Когда у нас не было бензопил, они же все топорами херакали. А когда, наверное, топор сломался, а ему об голову... И он все. Давай. Ну, молодец. Так, ребят, сейчас я покормлю своего песика. Отхилю себя немножко. Ну, пошлите дальше их мочить. Вот эту толпу нам нужно кое-как убить. А это кто такой? Еще один? Вот куда они ходят здесь? Там волк! Все, понял. Ё-моё, чё их так много, ребят? Так, этот на меня за этот. Понял. Где толпа? Где вся толпа? Ну как толпа? Ну тут... Вырубайся спать. Так. Давай, иди сюда, иди. Пока что я один поломаю. Давай, пошли. Шабака, за мной! Вот знаете, что мне плохо? У меня нету дробовика. Сейчас бы дробовик было бы вообще на изи. Я бы их поубивал. Но мне нужен чертеж. Я смотрел у ребят, кто искал, например, там это... Дробовик. Они находили, знаете где? На станции. Но я сколько раз уже проходил станцию, и мне ни разу не попадался чертеж
этого сраного дробовика, Вальнидова его. Пошли за следующим. Понимаете? Бункер Альфа. Ой, бункер Альфа. Я что-то Last Days начал уже путать. Убежище номер 13, ребят. Я пройду. Честное слово, я пройду на видеозапись, чтобы вы видели, как я прохожу. Это первый раз, когда я буду проходить сам. Вот. Я пройду его. Но не сейчас. Я сейчас даже не буду пытаться, потому что, ну, куда мне? У меня коллаж, дай бог. Есть еще пока что. Вы посмотрите, что за брейкдан сегодня? Целый день вот так вот. О, остановился чучмек. Вот. С калашом и с одним пистолетом, ну, там делать нечего. Реально, там делать будет мне нечего. Так. Тихо, тихо. Давайте еще одного. Собака, не тупи. Давай работай. Зубками работай. Блин, не в каждый раз собака попадает, чтобы у них кровотечение было. Тихо, тихо, не бей моего песика. Подождите, а... А, 320 жизней. Я думаю, что это она по 20 жизней начала снимать. Давай, вырубай его. Ну, давай, давай, солнышко, вырубай. Я бы тебе помог, но их там двое, понимаешь? Их там двое. Блин, она теперь перешла на другую... Нет. Давай, ладно, выбьем его вдвоем. Чуть-чуть побыстрее мы сделаем. Тогда сейчас отхилю своего песика. Так, себе дам пожрать. Так, и пошлите. Ну, мы как бы все, территорию зачистили. Нет, нифига. Тут очень много домов. Кстати, да, ребят, я тут уже был. Я забрал руль отсюда. Да ну нафиг, братан с ведром на голове. Его вот так вот убивать. Ну, мы долго будем. По 25 хп собака снимает. Но зато пистолет мой снимает 24. Я не понимаю, как это возможно. Это из-за ведра, что ли? Так я, может, в тело хочу попасть. Все, да, собака моя уже устала. Давайте я им косточки дам. Хавай. Иди работай. Вот. О, видите? Кровотек. Минус по 20. Собака отдыхает. Все. Давай еще один раз куси-ка. Надеюсь, этого хватит. Нет, не хватило. Давай тогда вырубай его. Молодец. Он еще и подпрыгнул в полете. Вон, рыжие крышечки. Блин, нет, я не буду, ребят, собирать. У меня инвентарь так перекакается, и все, и вообще ничего не влезет. Так, кто у нас здесь? Еще одно ведро? Да вы что, издеваетесь? Это кто такие на карте? Что за три рожи там стоят такие здоровые? Где мой песик? Иди, солнышко, гавкай на него. О, с первого укуса сразу кровотек. Ё-моё, в слове запутался. Давай, давай, солнышко, не переживай. Вот надо было, знаете что, ребята, мне взять побольше костей. Хотя у меня, по-моему, есть кости. Так, давайте отбежим чуть подальше. Кости, по-моему, у меня есть там, где я на рейдах брал. Блин, очень медленно. Ой, а это кто так ударил? Ну, давай еще один. Эй, можно не кусать было. Резиновый чувак выпал. Так, фармить, фармить, фармить. Кто это? Ясно. Фас! Молодец. Следующий. Молодец. И этого давай. Ну, давай его. Молодец. Так, вот тут кто-то стоит, я вижу. Но это в доме находится. А вот тут кто стоит, ребята? Это кто такие трое человек там стоят? Если я выйду, наверное, с этой карты, да, скорее всего, или нет? Блин, я что-то без понятия вообще. Пошлите тогда с той стороны... Что это такое было? С той стороны вот этот дом сначала облутаем. Вот этот большой домище. Сначала волков, вот этих, которые там стоят, будем мочить. Они, наверное, мощные. Наверное, лучше взять калаш. Как вы думаете, ребят, калаш взять или нет? Я, правда, здесь не был никогда. Давайте я лучше кувалду возьму и пистолет. Так. Плюс 30 хп. Господи, ты чё так орёшь-то? О! Ничего себе! У меня хп... Ой, у меня кровотечь идет еще.
У меня кровотек. Ну, блин, сейчас бы мне еще не отъехать, было бы вообще на изи. Сейчас, ребята, кровотек остановится, и мы пойдем следующего Волкова. О, остановилось. Так, собачка, давай ешь. Ешь у меня косточки, да, ты у меня здоровенькая должна быть. Так, подбегаем к следующему Волку. Давай, и ты. А чё я мучаюсь-то? Я же могу, да, втихаря, ведь я могу подойти к нему? Ну-ка. Да тихо ты, Арита. Вот так вот. О, а чё в них есть? О, косточки, косточки. Косточки мне нужны, да, я косточки буду собирать даже. А я не знал, что в волках тоже кости есть. Так, собака, ты у меня, по-моему, не голодная. А вот у меня челик хочет опять пить. Алкоголик. Мой челик алкоголик. Так, давайте еще заодно поедим, чтобы у нас хп не тратились. Где здесь еще есть волки? Кто знает, ребят. Я, блин, я реально первый раз это прохожу. Я один раз видел, что... Не-не-не, мне не надо этого. Вон толстяк. Это не толстяк, ребята. Это не толстяк. Это плевун. Ёпарасете, это опять плевун. Так, я сейчас открываю, за мной бежит толпа, да, я так понял. Берем гвоздодер тогда, снимаем эту штукенцию. Возьмем, наверное, пистолет. Если что, придется уходить за карту. Толстяк. Это простой толстяк. Ясно. Собака, поработай зубками, ну-ка. Ну чё ты встал, алё? Вася. Давай, вали его. Ё-моё, я забыл, что он плевается. Тихо-тихо-тихо, солнышко, отойди от него. А, всё. Вон, видите? На карте есть розовый крестик. Но я не могу ничего подобрать. Это чё за баг такой? Я ни с одного толстяка не мог подобрать. Также на станции есть этот босс, пильщик. Я его раз убил, думаю пойти за карту, ну сбегать до дому, снять все ресурсы, что у меня в инвентаре. Бах, возвращаюсь, а фиг там уже, все. Ничего не возьмешь, вообще ничего не возьмешь. Крестик стоит, а поднять я ничего не могу. И как это все исправить, я не знаю. О, два мужика бегут. Давай, мужик, молодец. Блин, если бы не собака, я тут бы замучился бы, наверное, их убивать. Так, это у нас барьер, давай, собака, кусай его. Блин, опять собака моя кушать хочет, ладно. Надо было все-таки костей дома взять побольше. Тихо-тихо. Еще два укуса. Давай, еще один. И резиновый дядька развалился на асфальте. Он еще машет руками, смотрите. Все, застыл нафиг. Так, пошлите на шифте пройдем. А мы не пройдем, наверное, на шифте. Нет, мы не пройдем на шифте. А почему? Почему так происходит? Давай, иди сюда, чтобы там еще одного дядьку не взять с собой. Сейчас зайдем тогда в эту комнату сначала. Подожди, ты чё? Я не на ту кнопку нажал, короче. Вот это да. Все, резиновый дядя отвалился. Пошлите там еще убьем. Кто стоит-то там? Ясно, я хотел открыть дверь и тихонько по нему пройти кувалдой. Ребята, я видел, там какой-то фиолетовый дядя ходит. Все, тихо. Я только что увидел, что там фиолетовый дядя ходит какой-то. Да ладно. Это босс, что ли, ходит? А какой здесь босс может быть? Вот с бензопилой я босса убивал. Ну, он как бы легко, что он какой-то тормоз. А, есть также босс с плевун, такой, с огромным топором. Этого тоже я убивал, много раз даже убивал. А какой еще может быть здесь босс? Ну, этот харкающий дядька, вот, который здесь в окне стоит. Мы его на изи тоже убьем. Но здесь еще один какой-то ходит. Вот я на карте его видел там сверху. Я, конечно, сначала облутаю вот это все.
Ой-ой-ой, как вас тут много. Собака! Так, пойдем. Блин, собачка, давай. А это плохо. Yes. Мы заизили его. Давай, вали их обоих. Молодец. Так, пошлите посмотрим. Ну тут сундук. Да ё-моё, я за диваном застрял. А, нет, тут багаж. Багаж. Тут коробка. Вон, видите, ходит? Смотрите на карте сверху. Это кто такой? Это чё за дядя ходит такой? Ну-ка, сейчас на приседку, если он ко мне не заагрится на меня. Даже не слышно, кто он такой. Это, короче, какой-то босс, ребята. Ой. А. Так, толстяк и дубинка. Ой, а чё у вас так много-то там? Ёпрсете. Давай, гав-гав, нападай на толстяка. Давай еще разок. Но самое главное не стоять, когда он плюет. Это я все забываю. О, плюет. Так, дай. Почему я ступил-то? Я... О, господи, что за индюк. Вали его, вали жирного. Так, это не у него крестик. Все ясно. Поехали. Кто у нас там еще есть? В унитазе что-то делает. Дубинка и... Вот дубинку я сразу вольну. В смысле? Нифига, критический удар. А, их там двое. Вон они лежат, ребята. Вон они лежат. Я сначала не понял. Опа! Встал, сразу встал. Вы видели, как он за секунду вскочил? Это пипец. Полный попа вони. Ну, правильно. Один в унитазе плавал, второй рядом валялся. Так. А. Окей. Собака у меня опять. Что-то все слабее становится. Давайте заодно и я поем. Тихо, да ты... Ты почему без меня идешь на падение? Да, знаю, ребята. Медленный сегодня... Медленная зачистка сегодня. Молодец. Пошлите, там еще где-то один пингвин. А где он там? А он что, забаговался? Ребята, он, по-моему, забаговался, на бочке стоит, танцует. Тихо. Ну, я так думаю, его вольнуть, наверное, надо. Давай, кусакай. Молодец. Так, здесь мы зачистили. Есть. Так, здесь... А, тут не пройти никак. Здесь прямо за дверями стоят... А чё это за фигня? Это чё за ключ? Блин. Короче, этот ключ надо где-то искать, что ли? Я чё-то не понял. Какой-то красный ключ. Ну, еду я возьму, конечно, сразу. Заколебись, ещё какой-то ключ мне нужен. Вообще охренительно. О, Россия, нам. О, а чё за зеленый ключ? Пить. Выкинем нафиг пока что. Я ничего не буду пока брать. Какой-то зеленый ключ. Чё за бред? Ладно, вон там, видите, босяра ходит. Мы с ним будем тоже драк. О-о-о, учить, конечно. Конечно. Ну, пошлите тогда. Какой ключ-то надо искать? Зеленый? Нет, красный какой-то. Блин, ребят, я на рейде, короче, был. И видел эти ключи. Я не знаю, что я их не подобрал. Я сглупил, надо было подобрать. И так бы сейчас, наверное, не надо было бы искать. В помойке доски лежат. Охрененно. Дверь... Да ёпрсте, еще вокруг надо бежать. Дверь заперта. Ну какая разница, блин. Ладно, поехали сейчас. Откроем дверь тогда. О, тут ящик тоже есть. А, тут шкаф вообще. Или все-таки ключ это в другом доме. А, я выполнил задание. Думаю, что за брем-блям. Окей. Давайте это заберем. Да, хорошо. Следующее там что у нас? Поиск дома тренера и уничтожить дверь семьи тренеров. Ничего не понял. Вообще, я вообще не понял, ничего, что там написано было. Поиск дома тренера. Так, блин. С
Все, дверь мы открыли. Плевун, блевун, как мне к тебе попасть, а? Значит, ключик у нас, ребята, находится где? Правильно. В другом доме, но там стоит главарь. Ну, давайте тогда так и сделаем. Чё, я поем. Шабака поест. Калаш поставим. Ну, пошлите тогда, чё, потихоньку будем босса убивать. Я, конечно, не знаю, что там за босс. А, бензопила! Ой! Валенок. Правда, 2000... Ой, 4000... Ой-ой-ой-ой. Его все равно, ребят, придется мне убить. По 70 хп у меня убирается. По 72. Ух ты. Ладно, дома, если что, у меня есть патроны. Я еще могу сходить домой. Давай, беги, 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 беги. Я все, знаете, думаю, что он застрянет в машине. Ну, забагуется, как тот чувак на бочке. Давай, осталось 2000 еще. Ну, это стандартный босс. Ой, у меня калаш минус. Патроны закончились. Ой, тихо, 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 тихо. Его надо вальнуть, все равно надо. Так, ты куда стреляешь-то? Не в ту сторону, чувак, надо его валить. Сейчас бегаем тогда домой еще. Yes! Да падай ты, падай уже, не выкобеливайся. Ё-моё, короче, у меня патроны закончились, ребят. Давайте сходим домой. Ну, мне так кажется, что до дома надо сходить все-таки, взять патрончики, зарядить наш калаш. У меня и места нету. Ладно, неважно. Пошлите, я до дому сбегаю, тогда заряжу сейчас калаш и вернусь сюда обратно. Ядерный что? Ядерный волк 500 жизней был, что ли? Да не буду я это брать, не надо мне этого брать. Пошлите домой. Это я, короче, обновился. Что у меня? Калаш на 50 патронов. Да, ребята, я сделал всего лишь 50 патронов. Блин, мало патронов. Я зарядил пистолет, сделал новый этот. Ой, как его там? Ломик, короче. Это что такое? В смысле на меня волк напал? А как так может быть? А, это же... Фу ты, блин. Ё-моё, правильно, правильно, ребята. Ребята, я понял. Да, давайте это я сюда сейчас перенесу пятерочку. Использовать. Давайте полностью тогда. Блин, нифига себе. Да подожди, ты что ты делаешь-то? Так, а как собаку? А собаку не посмотреть, да, никак? Короче, надо, короче, как-то еще волка мочить. Так, стой. Давай, 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 давай. Сейчас подбежит волк. Он должен подбежать сам, и мы будем его колотить. Собака, держи пуль. Тьфу ты, пульс. Давай, 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 давай. Все, ребят, я чуть не отъехал, конечно. Это жестко. Сейчас будем ждать, когда я еще, блин, отойду. О, собачка, получаем. Тихо, тихо, тихо. Нифига себе, у меня хп исчезает. Ну, давай останавливайся уже. Все, молодец. Так, я отхилился. Собачка, на, давай тоже отхиливайся. Забирай эти две косточки. Наверное, ты целая. Практически целая, короче. Так, побежали, ребят. Ключик.
Я говорил, что у меня есть ключик. Да, у меня только есть зеленый ключик. Там нужен был бы еще и красный. А что в этой машине может быть? Что по натуре в машине еда? А, вот, зеленый ключ. Да. Японский городовой. Как вас тут много. Мужик с ведром на голове это оказывается. Ну ладно, будем по-медленному дальше продолжать убивать их. Да не бей ты мою собаку-то. Пингвин ты недоделанный. Так, мне надо было, знаете что, ребят? Мне нужно было гвоздодер поставить. Но я забыл его поставить. Ладно, сейчас меняем. Давай, продолжай его кусакать. Собака, еще один укус. Давай. Ой. А это что за... Не понял. А откуда он взялся? Так та... Ё-моё, их тут двое будет. Даже трое. Нет, сквозь стенку нельзя, короче, это делать. Блин, ребята, мне не хватит так патрон на них. Особенно на этих главарей, так мне не хватит. Давайте будем потихоньку тогда убивать этих, как, черепах вот этих, короче. Пускай тогда, я не знаю, мне не пройти эту карту, нифига себе, я думаю, что это так? Вон он идет. Смотрите, там идет этот главарь, который с бензопилой. Это, короче, главарь уже второй. Мне его не убить, ребят. Мне не хватит просто-напросто патрон. А если его зафиксировать, вот, например, хотя бы в этой машине? Ну-ка, иди сюда. Может, ты застрянешь хоть в ней? Не знаю, ребят, застрянет он там или нет. Да, он застрял. Он застрял. А я-то куда пошел? Не, нафиг, нифига себе. Ну это как-то неправильно, конечно, нифига. А как мне его убивать? Если я сейчас патроны истрачу с калаша на него, а если я вот перезайду? О, черт. Да. Тихо. Но этого негодяя я убил, ладно. Так, патроны, конечно, с Кольта не очень было охота тратить. Видите, собака по 25, а пистолет у меня снимает 24. Почему так? Или собака кусает его за задницу 25, а пистолет в голову. О, 41. Нифига себе. Давай, 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 собака, давай, жри его. Да вали ты нафиг. О. Блин, ну с них здесь можно повыбивать будет пропочек. Так, 56, 56. Ну, на кольт у меня очень много патрон. Мне как бы на кольт, ну, не жалко этих патрон. Я могу потратить их много. Так, здесь можно выйти? Да, здесь можно выйти с другой стороны, вот так вот. Чтобы не этого чучела, который там за... Он, по-моему, залагал на одном месте. Так, кто здесь у нас? Ага. Нафиг. Давайте одним ударом его вот так вот. На нафиг. Нихера себе он улетел. Ничего себе он улетел. Вот это да. Ничего себе. Ё-моё. Ой, а там еще один такой. Вон стоит еще один такой же зеленый дядька. Собака, ты где? Давай, фаска его. Молодец. Так. Ой, так там еще и... Фу ты, бляха-муха. Ничего себе их тут, а. Да, этот чучмек у нас там застрял между машиной и этим. Ну и пускай там и остается. А что с толстым? А чё, в смысле то... Ага. Блин, мне надо было, ребят, знаете, что сделать? Мне надо было сделать лук. Блин, ну, я так долго буду его убивать, и собака моя, ой-ой-ой, как будет медленно его кусакать. Этот придурок там застрял.
Блин, ну почему я не взял луки, а? Сейчас бы мы луком, знаете, как хорошо его бы там поубивали. Оружие тратить, ну не очень хочу я на него тратить. Может еще куда пригодится. Так, сейчас я, ребят, посмотрю здесь, а. Тут у меня, по-моему... Так. Ну, есть один лук. Ай-яй-яй-яй, почему я не взял, а? Ладно, давайте будем тратить патроны. Просто я больше не вижу никакого смысла здесь. Тихо-тихо. Тихо, а ты что, не попадаешь в него? Из-за стенки? Я бы знал бы, что тут этот дядя будет, так я бы, ребят, правильно, я по натуре, я бы взял бы лук. Ладно. Фу! Ё-моё! Я думал, он сейчас плюнет меня, и я отъеду куда-нибудь. Собака, ты не ходи по этой зеленой кака. О! Красный этот, ключ! Красный ключ у этого добыл. Ну, это, конечно, неправильно. Я думал, в чем-нибудь другом будет этот красный ключ. А он именно в этой... А тут что, не пройти никак, да? Хера я сюда приперся. Блин, там еще и тупик, оказывается. Ребят, ну тут я посмотрю, какие ресурсы еще будут. Тут в каждой этой штуке много ресурсов. Собака, ты зря туда побежал, там нет выхода. Вон тут еще один плевун. Все, от меня воняет, ребят, я до дому. Или нет? Не, ребят, не пойду до дому, нафиг. Не буду я мучаться из-за этого. Эта козлина там застряла. Ну и тут тусуйся там пока что. Хотя бы ты мне не будешь мешаться. Есть тут еще какой-то челик. Куда я там запихался-то? О-ля-ля. Давайте я его лучше нафиг убью его так. Вот так вот и убьем его. Да ну нафиг, я его вообще полгода буду убивать. Тем более с собакой. Здесь тумбочка. И здесь тумбочка. Давайте, ребят, я сразу, наверное, эти тумбочки опустошу. Ё-моё! Вот эта тема. Ой-ей! Вот это да. Да, я сделаю, ребят, себе арбалет. Вот это хорошо. Так, ну тут какая-то фигня, короче. Что здесь? Ой, толстяк, толстяк с червями, толстяк с червями, толстяк с червями. Тихо, тихо, да беги, 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 беги. Патроны закончились, ребятки. У меня патроны закончились в моем маленьком кольтике. Что мне будем... Блин, что мы будем? Что я буду делать дальше? Придется тратить... Блин, не очень хочу я кольт тратить, ребят. Давайте я не буду кольт тратить, сбегай домой, помоюсь. Заряжу свой кольт на 80 патронов и вернемся обратно. Я прибежал домой, смотрите, что я могу сделать. Да, да, yes. Да ну, да, есть, есть, есть. Подожди, сейчас будет, сейчас, 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 сейчас. Где? Вот он. Ребята, у меня дома стоит арбалет. Есть. А куда он смотрит? Комплект лук. Комплектный лук. Качественный болт. Хладокровная убийца, зомби, 130-400. Ё-моё, ребята, ему нужны патрончики. Знаете, какие патрончики, которые у меня, по-моему, есть? Так, подождите, надо металл сначала скинуть. Вот сюда я скину металл. Так, вот эти патроны я возьму. Так, мне бы еще помойку выкинуть с инвентаря. Кстати, сходим, ребята, откроем вот этот сундук за 30. И куда-то мне надо спихивать эти зеленые крышки. Я уже на рейдах перестал собирать эти крышки. Просто мне вообще некуда их складывать. Вы посмотрите, сколько у меня очки жизни полны. А, да. Да, да, да. Так, давайте я патроны возьму заодно. Так, да не зарядить, а размножить. Ну, как-то так. Так, давайте зарядим его.
25. На рейдах нужно будет брать эти качественные болты, потому что 25 заряжать, это очень много ему нужно. Но зато он будет стрелять и защищать мою зону уже. Это будет хорошо. Это все у нас на изи. Так, водичка. Пей водичку. Пойдемте помоемся заодно. Сколько тебе надо поесть-то? Еще немножко? Ну давай еще, наверное, кусочка 2 съешь. Так, попьем водички заодно. Все, ты не хочешь? Пошли намоемся, ребят. И вообще, это надо зарядиться еще. Не забыть бы. Так, нет патронов. Yes. Ой, кольт у меня заряжен. Сейчас помоемся. Все, я готов, ребята, к дальнейшим выходам. Я вернулся. Да, я полностью себе всего наделал. На чем мы здесь остановились? Ну-ка, кто подскажет? Кто мне подскажет, кто расскажет, на чем я тут остановился? У нас где-то тут должен дядька быть, конечно, зря я посюда поперся. Так, красный клюв. Он вышел, ребята, он вышел. Ой, тут еще этот толстяк. Блин, я забыл про этого толстяка-то. Ё-моё, я забыл про толстяка, я забыл про толстяка, я забил. Ну давай, иди сюда. Все, сиди там пока. Блин, я забыл, что у нас еще толстяк ведь тут бегает за нами. Правильно, ребятки, я все забываю про этого жирного. Давайте мы его сейчас будем наказывать тогда. Ты че мою собаку пинаешь? Ры! Баран толстожопый. Вот так вот. Покусай их, маленькая, покусай. Так, сейчас надо будет давать ей кушать, чтобы она не уехала. Нет! Черт, ранение мою собаку убило. И что мне теперь? Минус 2 инвентарь, собаки нету. Это очень плохо, ребята. Ой, я не успел. Тяжелое ранение у собачки моей. Ну ты козел, мою собаку убил. Я тебе голову проломаю. Так, еда, вода у нас есть. На кью у нас все там нормально. Ладно, ребят, ну придется самому тут как-то надо будет. Что я сделаю? Пробочки я буду собирать, потому что они мне очень так нужны. Дядька там психует в темноте. Психуй, психуй, психуй. Пускай он там сидит. Забагованный дрыстун. Так, а я могу тихонечко к тебе подойти и по голове стукнуть? Ну-ка. Вон так тебе и надо. Козявка, вонючий. Вонючий, козявка. Что тут у нас есть? Ну, тут только такие, я ничего не скажу. Все хорошо здесь. Давайте пробочку заберем у этого трупачка. Желтых пробок у меня будет уйма. И здесь, наверное, а тут зеленая. Не буду я зеленый пока-то поднимать. Этот дом я залутал, полностью залутал, даже волка убил. Мне осталось только что? Мне остался только тот дом и все. Ну еще этого альфу-волка забрать. Этих, вот этого громилу и тот, который сейчас там застрял в этих, в текстурах. Я, ребят, ну не буду трогать, ну нафиг они мне нужны. Вон он тут стоит. Вот и стоит здесь, молодец. Нафиг, я не буду их трогать. А чё? Правильно я, наверное, делаю. Чё, я на него буду патроны просто так тратить? Не хочу я тратить на него патроны. Так, чё мы возьмем? Чё возьмем мы с вами? Кувалду. Так, пистолет я возьму. С пистолетом легче бегать. Так, да, давай открываем тогда. Валим отсюда. Комарик, не кусай меня. Еще и черту большой до кучи. Так, мы бежим с карты. Да, ребята, это, наверное, смешно. И, наверное, этот зачистка. Но у меня нету такого сильного оружия. Сюда я поставлю калаш. И на всякий пожарный я возьму пистолет. Возвращаемся. Я буду стоять около границ. Так, где у нас комарик-то находится? А, комарик издалека должен приплыть. Или нет? Блин, я забыл, где комарик находится. Он, по-моему, на... Вот он летит.
Отъезжай давай, комарик, да ну нафиг. Не хочу я с ним драться. Сколько патрон? Патрон, наверное, чуть-чуть осталось. Кто вот этот идет? Ёкарс, опять 2000. А чё, я не взял лук? Вот я глупый, ребята. Я не взял лук. Нет, все-таки я буду пистолет тратить. В смысле? Блин, там этот бензопильный дружок за мной бегает еще. Главарь-то с бензопилой. А чё? Блин, ребят, я забываю, что он живых. Нахера я сюда пришел? Это тупик. Я в тупик, сам себя в тупик завел. Вот это да. Блин. Ха, черт. Я забыл, что этот же... я запутался в языке уже. Этот наш главарь второй, который с бензопилой, он же выходит, когда... Понятно. Когда мы уходим за за эту... Он у нас уходит. А чё у тебя так мало жизней? Я же не столько жизни у него оставлял, да, ребят? Так, все, отъехал. Да тихо, 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 тихо. Блин, я забыл, что у него это... Ясно, ладно, ничего страшного. Ребят, этого чучела нужно обратно как-то запихать. Пошли, давай. Давай, беги сюда. Эй, ты. Кряквун. Тупоголовый, блин. В смысле? А там еще один ходит? А чё вы вдвоем теперь? Ясненько. Все мне ясненько, что ни хера теперь не ясненько. Теперь, ребята, их двое ходят. Давайте его сюда сейчас как-нибудь зафармим. Вот так вот. Обманем. Обойдем это все. И надо его туда обратно запихать. Давай, беги уже. Ну, молодец. Давай, пойдем. 8000. Не, ребят, я вот этого не буду убивать. Я знаю, что он... В нем очень хорошие ресурсы есть. Давай, беги. Так, тут еще один. Ну, сейчас тогда обоих туда надо запихать. А что я сделаю? У меня вообще так не хватит никакого оружия. Блин, я пробку зеленую поднял, наверное, зря. Ну давайте второго тоже туда запихаем, они уж там застрянут между этим забором да этой штукой. Давай, давай, давай. Давай, пошли со мной. Иди, маленький, иди. Ё-моё, эти мойки. Он вышел! А в смысле ты вышел оттуда? Блин, а как мне тогда так поступить? Он же мне надоедать будет, если он будет ходить за мной. Тихо, тихо, не выбегай, не выбегай. Да ну нафиг, да как вы так? Короче, надо их, чтобы они оба вместе были. Тихо, тихо. Вот надо как-то их крутить, чтобы они вдвоем ходили тогда. Блин, так они не вовремя ходят теперь. Блин, как их обмануть так, чтобы они вдвоем туда, в эту берлогу запихались и стояли оба? Это, наверное, никак не сделать. Да, это видео, ребят, у меня получится, наверное, около 2 часов. Ребята, я умер. Я, ребятки, умер. Я восстановился, конечно, но у меня нет брони. Во, ребята, они вдвоем теперь бегать будут. Это вообще на изи. Сейчас я их обоих должен буду завести в тот тупик, чтоб они там остались навсегда. Так, тут что у нас? Давайте заберем зеленую крышку. Давай, беги сюда, чучело. Блин, почему я не взял луки, а? Сколько 2000 я убиваю? С двух луков 2000. Ну, мне луков до хера надо было бы. Они что-то не проходят там, они в текстуре, они в машине чисто тупо застряли. Я все боюсь, что они за мной побегут, и я здесь же тут и откисну.
Пошлите тогда выполнять задание. Чё, они, может, за мной не побегут? Ну, мне так кажется. Блин, тут есть этот за... Давайте я возьму калаш. Не понял. Эй, не понял. Вот так вот. Потихонечку будем убивать тогда их. Чё, у меня собаки нету. Я еще с голой попой бегаю тут. Вообще не на изи. Давай, вали я отсюда. Чучмек вонючий. Блин. Так, кувалду. Берем кувалду тогда. Будем потихонечку проходить тогда сами. Что я сделаю? Ничего я не могу здесь сделать. Давай. Молодец. Возвращаем обратно калаш, потому что здесь еще один есть, этот зеленый бугай. Да ну нахер, какого черта тут еще этот есть, да ну. Вот так вот мы их убиваем. Получаем опять пропочку. Пробка, она эта пробка пригодится. Мы даже два раза потом сходим. Ой, тихо, не-не-не-не-не. К этому чуваку я хочу сзади подойти и долбануть этим молотом. Посмотреть, что с ним будет, если я молотом ему по башке съеду. Ребят, как вы думаете? Он с первого удара скиснет или нифига? Или этого мало будет? Там эти две громилы ходят все-таки. Пойдемте по-тихому. Пройдемся тихонько-тихонько. Так, а где он? Не понял. А вон он стоит. Он в упор стоит. Я даже его и не вижу отсюда. Вау, ребята! Я с одного удара его выбил. Вот это мощь! Это было очень мощно. Блин, вообще. Ну, это я буду оставлять. Я это как бы не чиню. Металл это все заберу. Это я схаваю. Да. Что еще интересного есть? Это я заберу. И... У меня нету места вообще. Нету нифига места. Да, надо будет потом сходить все-таки. Я все равно все заберу. Все, что здесь осталось, я заберу. Это, конечно, будет за кадром. О, штаны, конечно. Да ладно, блин, еще одна, ребята, еще одна вещь. Еще одна вещь. Так, берем калаш, потому что за этой дверью еще кто-то может быть. Опять толстяк. Рвотный человек. Ё-моё. Тихо. Бляха-муха, я чуть не отъехал. Тихо-тихо-тихо. На это надо пистолет ставить. У меня в калаше патрон нема уже. Что не очень хорошо. Все. Фу, блин. Ой. Вот, а, это не тот. Нет, ребята. Это этот. У него не было ничего в нем. Интересно, не понял. А кто еще там? А? Там стоит зеленый чувак. Толстяк на 2000 жизней. А третьего я не вижу. Кто будет у нас третьим, я этого не вижу. Я, ребят, наверное, на них не буду нападать. Ну, что там может в этом? Рвотный чувак. Блин. Вот этот и тот, да. А вот этот, который 2000, это не... Нифига не очень хорошо. Блин, а вот... Те двое, которые там у меня сидят, пускай они там и останутся сидеть. Давайте я все это выложу вот в этой помойке. Надеюсь, в этой помойке ничего не исчезнет ведь, да? Ничего уж не должно исчезнуть. Давайте это я выложу сюда. Пропочки, вот это... Водичку попьем. Это удалим. Что это? Так, это мы тоже выкладываем. Это с собой. Вот это тоже выкладываем. Вот так вот. Да и это выложим тоже. Пойдемте пробежимся, наверное, туда дальше. Заберем то, что в том доме есть. Ну, как бы, чтобы потом больше не возвращаться. Эти два индюка также на меня и заагрены. Чтобы больше не возвращаться сюда, в эту сторону. Именно в эту сторону. А, хотя, подождите.
А лютый волк-то где находится? Вы будете бежать? Все, да? Бежали. А лютый волк где находится? В этой части света находится лютый волк. Да ёб твою мать, давай заходи. Нет, подожди. Нам нужно с обратной стороны зайти, чтобы те два чувака на меня не заагрились и не вышли с той ловушки. А то они меня... Я сразу тут откисну. И некогда будет уже бежать сюда за ресурсами. Да ё-моё, у меня места нет. Так, давайте я съем эту банку. Так, вот сделаем. Банку тоже удалю. Все, ребят, все, что было, я все собрал. Это вот это все, что я насобирал. Тут очень много ресурсов. Это придется все мне повытаскивать. Ну, кое-что мне придется и даже и оставить. Не знаю, правда, что. А сейчас, ребятки, мне нужно идти и убивать лютоволка. Конечно, не очень хочется мне его убивать. Мне бы его лучше усыпить. Но чтобы, наверное, там открыть ту заборную скважину, мне придется, наверное, все-таки убить тех трех, которого у одного 2000 жизней. Ну что, вы бежите? Все, земля должна успокоиться, да? Все, мне надо идти туда. Вот здесь ходит лютоволк. Как-то я видел, что его можно сквозь забор заагрить. Но есть одна проблема, ребят. У меня нету брони. Да, у меня есть здесь броня. Я где-то видел, у меня есть... Вот, штаны я заберу и культявку я заберу. Ну, чтобы хотя бы какая-то броня у меня была все-таки. Че, я буду голожопом? А там волки. Давайте это я удалю. Я знаю, что можно это сделать. Как бы... Блин. У меня в пистолете патрон, так вообще мало. Если что, не поминайте меня лихом. Поехали. А как мне в него попасть? А я не попадаю в него. Эй! Блин, я видел, как ребята заагривали его. А я не могу его заагрить. Я могу открыть, но там 4000 жизни у него. Он меня вообще... Я сразу уеду. Блин, ребята, я видел этот ключ. Я на рейдах видел этот ключ. Чё я не взял? Ой, глупый. Чтобы открыть эти ворота, мне придется тех убить все-таки. Эх, ребята, не повезло мне. С патронами вообще не ахти. Примерно на тех всех убийств, на все, которые там есть, мне примерно надо около 6, наверное, калаша, чтобы пройти то место. Даже 8-10, наверное, где-то. Или просто повышение звезд хотя бы до 3. Как кольт, чтобы стреляло все сильнее и сильнее. Так, 38. Ну да, где-то 6-8 магазинов мне надо на калаш 47. Ребят, на этом я видео, наверное, буду заканчивать. Я не буду до конца их убивать, потому что у меня патронов нету. А что, я просто так буду умирать? Все ресурсы, которые я добыл, я перенесу тихонько сейчас домой. А на сегодня всем спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки. Если понравилось тебе видео, подписывайся на канал, ставь лайки, оставляй свои комментарии. А на сегодня всем пока-пока.